Рада, что вы посетили наш канал Life Beautiful. Сегодня мы вам расскажем о дате выхода 99-й серии турецкого сериала «Воин» и вспомним об анонсе прошлой серии. 99-я серия выйдет на экраны Турции 27 сентября, а в русской озвучке сможете просмотреть через несколько дней. А вы не забывайте подписаться и написать комментарий. Ранее в сериале «Воин» мы увидели, как старшего лейтенанта Гехкана все считали погибшим, но, как оказалось, ему просто чудом удалось выжить, и он находится в плену у опасных террористов. Отважная команда начинает строить план по его спасению. Бойцы понимают, что действовать им нужно очень аккуратно и быстро. Полковнику Халилу становится известно месторасположение террористов, и он начинает действовать в одиночку, чтобы отомстить этим жестким злоумышленникам. У него есть давний и заклятый враг, который когда-то подставил его жестким образом. Халил очень часто вспоминает те времена, когда ему пришлось пережить настоящий кошмар. Теперь у полковника появился уникальный шанс добраться до этого человека. Капитан Каган пытается выбраться из лагеря одной организации. Хайдеру необходимо действовать как можно скорее для того, чтобы спасти лейтенанта Гехкана, так как его жизнь находится в большой опасности. В этот момент Мерлин также построил дьявольский план и стал его реализовывать, тем самым нарушил весь ход важной операции. Команда прилагает все усилия для того, чтобы добраться до своих командиров и помочь им, но сделать это оказывается совсем непросто. У них есть совсем немного времени для достижения цели. Нравится сериал? Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также пишите комментарии. А мы напоминаем, что 99-я серия выйдет на экраны уже 27 сентября. Мы благодарны каждому за активность на нашем канале.